сосиски, горячие сосиски с соусом. Мороженое, пломбир, стаканчики. Сосиски, горячие сосиски от Самсона. Мороженое, холодное мороженое. Девушка, подходите, покупайте горяченькое. Вам чего, девушка, пломбир или стаканчик? Нет, нет, сразу видно, человек голодный, перекусить хочет. Девушка, возьмите сосиски горяченькие, с пылу, с жару. Ну уж нет, она ко мне первому подошла. Ей пусть его хочется, правда, девушка? Нет, неправда. Ну кто ж ест холодное на голодный желудок? Надо сначала поесть горяченькое, а уж потом всякую дребедень. Дребедень? Это у меня-то дребедень. Но у меня есть товар с первого хвата комбината. Всемирно известная продукция. Не то, что сосиски эти. Девушка, вы знаете, еще есть сосиски делаются? Это туалетная бумага, подкрашенная, а соус? Фу. Сплошная химия. Враньё все это! Да у меня сосиски отборные от Самсона! Чистое мясо от Самсона! Наши родные! Девушка, да вы посмотрите на его нечестное лицо! Да он вам разве правду скажет? Да это ему свой товар надо продать! Залежалый! Залежалый? Это у меня-то залежалый! Да я так торгую, у меня весь товар в микро залетается! И весь товар из холодильника! Да он в холодильнике по 5 лет валяется, и все в микробах. Какие микробы? Микробы от холода дохнут. А вот и не дохнут. Спят просто. Девушка, вот вы съедите мороженое, они у вас в животе разморозятся, проснутся и забегают. Ой, девушка, не слушайте это вранье. Это у него товар 5 раз подогретый. С позавчерашнего дня не продали. Точно отдали. Да у меня-то подогретый. Неправда это! Конкуренция должна быть честная! Ой, не могу! Конкуренция нечестная! Ну что, хохочешь? Смешно тебе? Ты, блядь, спугнул покупателя! Какой это покупатель? Дура, дура! Сама не знает, чего хочет! Не то верно! Ходят тут всякие! Бездельники, только нам, честным продавцам, работать мешают. И не говори. Мороженое, мороженое. Горяченькое, горяченькое.